Уважаемый ученик и студент, сегодня мы расскажем о дистанционном обучении, которое отличается от обычного обучения в классе или аудитории. Ты некоторое время будешь получать знания особенным образом. Рядом с тобой не будет ни учителей, ни одноклассников. Теперь ты будешь получать образование самостоятельно, не выходя из дома. Успех этого обучения зависит только от тебя. Компьютер и смартфон не только для игр и времяпрепровождения в социальных сетях, но и для обучения. Ты можешь использовать современные технологии для получения знаний. С помощью них ты можешь посещать онлайн-занятия, выполнять интерактивные задания преподавателей, смотреть видеоуроки и различные семинары. Дистанционное обучение не означает, что будешь целый день сидеть за компьютером. Дистанционное обучение – это небольшое количество онлайн-занятий и большое количество самостоятельной работы. Онлайн-занятие может длиться от 10 до 30 минут. Как ты должен подготовиться к дистанционному обучению? Мы дадим тебе пару советов. Первое. Ознакомиться с расписанием онлайн и составить план работы на день. Второе. Рационально планируй сон, питание, онлайн-занятия и определи время для обучения. Третье. Следи за подготовкой специальных средств для дистанционного обучения. Если возникнут какие-либо проблемы, старайся незамедлительно их устранить и всегда держи связь с преподавателями. Чтобы члены семьи не мешали твоему дистанционному обучению, заранее предупреждай их о том, что у тебя начинается онлайн-занятие. Внимательно слушай преподавателя, формулируй вопросы по изучаемому материалу, который ты потом адресуешь преподавателю. Когда предлагают обсуждение, будь активным, делись своими мыслями. Во время дистанционного обучения ты научишься управлять собой и своим временем, а также обретешь навыки самостоятельного обучения. Желаем удачи!